И нужно, чтобы опрашивали разные фирмы, разные институты и разные люди. И вот самая главная моя претензия к предыдущим нашим, так сказать, управителям и прочее, было в том, что в итоге всю социологию, я это уже говорю не первый раз, свалили в информационно-аналитический центр, и они, как говорится, сами работаем, сами себя оцениваем. И я, в общем, мы из последних сил, как говорится, чтобы получить какие-то данные, сами опрашиваем, уже за собственные деньги, у нас там нет сейчас никаких конкурсов. И это очень важно, чтобы было разное мнение, мнение учитывалось.